20 мая на баскетбольной площадке РОО ИДЦ «Смоленская АЭС» прошло торжественное открытие летнего баскетбольного сезона. Движение «КСБаскет» ширится в Десногорске. В настоящее время в каждой школе существует баскетбольная команда. Приветствовал спортсменов глава города Андрей Шубин. Сегодня мы с вами открываем летний сезон баскетбола. Я желаю вам удачи в этих соревнованиях и прошу вас считать открытым планета баскетбол «Оранжевый атом». От коллектива «Смоленская АЭС» баскетболистов поздравил с праздником заместитель директора Анатолий Терлецкий. Сегодня мы открываем новый баскетбольный сезон в нашем городе. Я уверен, что уже начиная с 1 июня, с первого летнего дня, с первого дня каникул, наш стадион не будет пустовать. Вы будете здесь играть любимую игру, физически развиваться. Не только вы, уверен, придете и своих друзей, ну и хорошо бы, наверное, и родителей, чтобы и они разделили с вами удачу в игре. Во всех школах города во время учебного года прошла первая спартакиада «Планета баскетбола. Оранжевый атом». По результатам соревнований победителям вручили награды. Первыми получили грамоты и призы лучшие игроки школ с 6 по 9 классы. В командных соревнованиях в разных возрастных категориях кубки получили капитаны школьных баскетболистов. Продолжился спортивный праздник играми команд 3 на 3.